Ближе сними, блядь, всю хуйню там. Чё-то пока ты его делаешь, ты разрушаешь, давай, да? Давай, расскажем, да? Расскажем, конечно, расскажем. Что здесь произошло. Красавец. Ну-ка, покажи. Чё показывать? Вот, вот. Чё-то творится, вот тут. Вот, сломано, нахуй. Давай, блядь. Ех, а он еще и приехал сам, да? Ну, а как же, конечно, сам приехал. Это последствия встречи с Альфой. Альфа особо ничего, да? Альфа ничего, вот у меня последствия, да. Жесть. Асимметрия нормально сейчас это сохранилась, да? Набирает газ, закрыл. Симметрия сохранилась. Попробуй свой карбюратор поставь. Свой. Можешь карбюратор хуёвский. Свой попробуй в окне. Будем делать. Будем делать. Не, ну все так симметричненько, да? Попробуй свой поставь. Диман. Да, у меня это. Вообще. Так, хуйня. Все поправимо. Все поправимо. Все симметрично, все нормально еще. Все супер. Диман, и это, найдешь мне его? Пибикалку? Зачем тебе пибикалка? Или авария произошла из-за пибикалки? Да нет, да вообще ей тоже надо, чтобы она была нахуй. Я ебу, да. И Диман, плачу. Давай смотреть, что можно сделать. Как я тебе сказал, пару дней я... Блин, ну мне кажется, он был лучше недели две назад, да? Когда мы его забирали, он нормальный вообще был. Диман сказал, пока ты его ремонтируешь, ты его быстрее разрушаешь. Этот скутер. Он просто устал. Скутер или водитель? Просто гор топнул. Труба еще топ. Я их все сложил в коробку. Не, ну сзади он еще нормальный, в принципе. Шпильку он сломал, даже шпильку тоже выворачивается. Хуйня, говорит, в основном даже будем летать. Красавчик вообще. Блядь, прям перо сейчас только где отвалится, ну. Это полностью рульное надо снимать, да? Да. Там она целиковый траверс идет. Вот, вот эта чугуняка и труба вверх. Сверху откручиваешься от руля. И она снимается вниз. Да не слишком много, но так-то да. Ничего приятного. Данил! Хватит свою хуйню делать, иди помогай. Перебирай. Снимай, снимай. Так, будем сейчас его... ремонтировать. Блять, куда ты, сука, застрял у меня, а?